Всем привет, ребятки, с вами Дьякстрой Экстрим, и сегодня мы с вами поиграем в игру Minecraft на Angry Birds. Я скачал мод на Angry Birds, да, это очень довольно... Ой, блин, я большие спойлеры показал. Если ничего не видели, пожалуйста, не перематывайте. Так, надо отбежать. Другое видео будет такое же, так что лучше не надо было это смотреть, потому что очень большие будут спойлеры. Короче, похрен, как ты сказал, ну да ладно, вы поняли. Так, ладно, давайте буду объяснять, кто из птичек кто. Это свиньи, это король, который босс, надо его точно уничтожить, потому что он самый такой резвый. На, потихоньку, на, вот, все, боты маленькие, все, одолел их. Они даже на меня начали быковать. Вот эта красная птичка, но она очень хороший, очень хороший, очень-очень. На аватарке игры он стоит, он самый крутой, да. У меня еще фигурки были в детстве, Angry Birds, да. Я еще помню, как я в Angry Birds задротил, да. Вот. Ну, как бы так. Вот, этот у нас... вот такой. Я знаю его, у меня он, кстати, был. Вот это маленький, который может пролететь между всего. Этот бомб. И это, который яйца. Вот так вот. Типа их делает. Ну да ладно. Вот. Так, давайте я сейчас включу креатив, я сейчас посмотрю. Подождите, вот это вам не надо будет смотреть, потому что очень большие спойлеры будет. Ну вот, смотрите, я еще вот кого нашел, спаун Стелла. Вот. Она, короче, смотрите, она довольно очень хорошая птичка. Она вроде бы не нападает. Она, короче, смотрите, в главной игре, она, короче, смотрите, она ломает базу свиньи. Свиньев, да. И она, короче, потом вот своим пузырьком быстро вот так вот поднимается и пам, взрывает. Ну, вот как-то так я вроде бы объяснил. Вот Angry Birds. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был Дьякстрой Экстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.